Сегодня на завтрак кашка пшенная на водичке. Ее очень-очень люблю. Ну что, мне приятного аппетита, а то тому, кто кушает, тоже приятного аппетита. Когда якорь тропинку делает, Ричард пришел за вкусняшкой. Наше утро такое. Вчера дуло, всю ночь дуло. Откуда только берется столько снега? Вот. Чего ждешь, Ричард? А? Чего ждешь? Кушать сейчас тебе дадут. Ну да. Давай, дедушка, мне кушать, давай. Кушать, давай. Ну ты же не все кушаешь. Дай вот тебе колбасу и все. Не то чтобы чистить, хотя бы тропиночку сделать. Ладно, ладно, подожди, сейчас дам кусочек колбаски. Где тебе, дедушка, там где-то на снегу возьмет на улице. Сейчас принесу. Потерял? Да тут в снегу все потеряешь. Ну, где потерял? Надо было аккуратно брать. А потерял, значит, надо искать. Потерял, нашел. Целую нору вырыл. Друзья, всем-всем привет! Снова я с вами. Сегодня вышла на улицу, но тут так белым-бело. Все кругом белое. Может быть, поэтому меня не очень хорошо видно. Все замело, все кругом белым-бело. И идет снегопад. И снова снегопад. Вот уже который месяц. Вроде поправилась. Неделю лежала. Вот. Такие у меня дела, друзья. Самое главное, не болейте. Болеть очень плохо. Ну, очень плохо болеть. Не хотелось мне лежать, не хотелось. Но так вышло, так получилось. Многие, конечно, вещи зависят не от нас. Здесь у нас все в снегу, все в снегу. Николай Яковлевич вышел утром. Немножко почистил, увез два корыта. Сейчас отдыхает. Ему тоже работать нельзя. Пока еще все равно не зажили у него ребра. Ругаю его, говорю, зачем пошел? Друзья, он меня жалеет, а я его жалею. Так вот мы и живем. Пока он спит, я тоже немножко вышла. Сейчас отвезу корыто два, немножко убавлю. Сегодня прямо тает, температура может быть нулевая, сосульки капают. В общем, такая вот у нас погодка, друзья. На улицу выходить, там сплошной сугроб. Ну, сплошной снег. Как мы там ходим, вообще непонятно, как по тропинке находим. Я так понимаю, что у нас больше снега даже, чем в Сибири. В магазин сегодня уж не пошла. Решила не ходить в магазин до завтра. Завтра, возможно, схожу. Сегодня нет, друзья. Все в снегу. Тяжело даже до магазина идти. Немножко поправилась. Возможно, и батон сегодня сама вечером испеку. Сама я хлеб не ем. Вообще не ем хлеб. На этой неделе вообще отказалась от хлеба. Но я уже и так его мало ела, только ржаной. И даже от ржаного отказалась. Ну что, друзья, давайте работать буду я. Всем-всем всего доброго. Всем мира, добра и, конечно, самое главное, здоровье. Друзья, когда у нас есть здоровье, нам все интересно, нам хочется делать. А когда нет здоровья, ты делать хочешь, но подняться не можешь. Вот мое корыто. Сугроб немного убавляется. Понемногу.
Николай Яковлевич увез 2 корыта. И я корыта 2-3 отвезу. И так вот будем каждый день. И здесь тоже. Хочется нам, чтобы не было сугробов. В том году такого не было. Этот год у нас особенный. А, кстати, сосульки капает. Сосульки капает, опять проблема. Капает под ноги сюда вот. И опять проблема, опять скользко будет. Вот. Ну ладно, ничего. Справимся. Еще февраль, да немного марта. И все сосульки закончатся. Здесь, друзья, сплошной снег. Так хочется уже зеленой травки, землицу посмотреть. А пока вот так у нас здесь. Немного, чуть-чуть тропинку Николай Яковлевич делал всю неделю. Немного прям совсем. Чтобы нам только с ним пройти. И уже вот такие уже сугробы. Их даже, наверное, не видно. Где-то мне примерно по больше, чем по пояс. Вот это около дома вот. Не по поясу, а по грудь, можно сказать. Вот. Но день теплый, теплый. А на улице-то никого. Ни души. А что у нас? Иногда, может быть, один человек пройдет. Если была бы дорога, кто-то бы проехал. Но, похоже, дороги нету. К бабушке Дусе надо сходить еще проверить. Николай Яковлевич ходил один раз. Значит, как-то надо мне пробраться тоже туда. Красота. Красота и любота. А воды-то будет. Вот нам будет красота. Наверное, все-таки мы попросим трактор, чтобы весь снег убрал от дома. Но это уже поближе к марту. Потому что еще будут еще снегопады разные. Сейчас идет снег. Его просто, наверное, не видно. Но он еще идет. И с утра шел, и вечером, ночью шел. Мы везем снег. Мы с Тамарой санитары. Мы с Тамарой ходим парой. Да? Еще только Ричарда не хватает. Ну, сейчас от дома подальше отвозим. Потому что дома и так много снега. А если мы его еще больше наложим, то просто будет на него еще больше надувать. Так что вот я от дома прихожу сюда. Вот здесь вот вообще ничего не видно. И вот сюда я его выгружаю. Вот мы выгружаем его. Видите, какой снегопад пошел. Опять сильный. Те вот дома уже вообще не видно за сугробами. Видите, уже как задуло все. А с этой стороны вот тоже, если посмотреть, тоже одни сугробы кругом. Да иду, иду я, иду. Не оглядывайтесь, за вами иду. Вот так тропиночку сделали. Вот если провалишься, то неудобно получается. А бывает, что идешь, нога сорвется. Но у котиков ноги не срываются, они легкие. Наверное, вот из этого сейчас возьму. Здесь надо немного убавить. Гарнир готовый для котлет. Лук поджарила, морковку, томатики запустила. Свои домашние замороженные. Сейчас томатики пожарятся. Запустим овощи. Овощи свои замороженные. Кабачок, баклажанчик, перец. И томатик тоже здесь есть. И яблочки. Вот. Все сейчас запустим, и будет у нас
Гарнир к котлеткам. Ну, также еще и рис отварю к котлеткам. Томатики дали сок. Сейчас все это покипит. И тогда уже овощи добавим, водички добавим, и пусть тушится. Все овощи добавила. Добавляю еще водички, закрываю крышечкой, и пусть кипятится, варится у меня. Где-то минут 40, наверное, тушится. На обед сегодня котлетки с рисом и овощами. Вот такой у нас обед. Котлетки, рис и овощи тушеные.